пожалуйста. Вы знаете, я всегда удивляюсь, откуда только приезжают люди. Вы слышали, да? Со всего мира, Господи Боже, знаете, я так скажу, продолжайте приезжать, а мы будем продолжать отдавать вам все, что мы можем. Продолжайте. Поэтому, дорогие, продолжайте слушать, продолжайте быть с нами в онлайне. Я благодарю Бога за этот мир технологии, где ты можешь реально быть вживую, на служении, молиться вместе, скачивать проповеди, учиться, читать, двигаться. То есть, когда это, в какие года вообще было слыхано, а в наше время это совершенно свободно и возможно. Итак, дорогие, я серьезно говорю, сейчас что-то будет, потому что я так говорю, я попытаюсь вложить два служения в одно. Поэтому стрелять я буду очень сильно. И переводчику я реально сейчас не завидую. Но, дорогие мои, я вам честно говорю, почему я не хочу растягивать, я вообще не люблю растягивать вещи. Итак, дорогие, мы с вами проходим в следующую часть моего свидетельства, которое называется «Встреча с Иисусом». Итак, очень коротенько, буквально в минуту, то, о чем мы говорили. Я вам говорил, когда зашел Иисус ко мне в комнату, когда заканчивалось пробуждение в моем доме, которое я вымолил, и это была вся жизнь моя. У меня не было никакой другой жизни, никакой другой мечты, и ничего я ни с кем и ни с чем иметь больше не хотел. И вот оно приходит к концу. И горечь была в сердце настолько сильная, она была реально смертельная. И я закрылся в моем доме, и это, я не знаю, что привлекло внимание Иисуса. Я не звал Его, я не ждал Его. Я просто изливал мое сердце и кричал, чтобы Бог не забрал это пробуждение. В моей комнате появляется Иисус. Начинается реальное просто сражение мое собственное с собой, чтобы только быть в Его присутствии, потому что я страшно вокруг меня почувствовал огромное количество грязи. Я был грязный, мои уста были грязные, мой разум. Я как будто прямо сейчас, я как будто смотрел Его глазами в мой разум, и я ненавидел свои собственные мозги, потому что в них было так много грязи. Другими словами, я почувствовал себя настолько отвратительно. Это не физическая грязь, это была духовная грязь, это было что-то ни с чем, это необъяснимая вещь. И я вам честно говорю, я благодарю Бога за кровь, которую Он омывает нашу душу, мы не говорим о теле. Дорогие мои, я пережил вот эту грязь души. Итак, после того, как все это прошло, Иисус взял меня за руки, в меня начали втекать вещи, которые я по сей день, мне сложно объяснить. Это был жидкий, теплый елей, и он выглядел как информация. Он выглядел, в духовном мире это тяжело объяснить, но как будто в меня запаковывали гигабайты, терабайты информации, слова, откровений, видений, пророчеств. И это шло с такой огромной плотностью, что невозможно было это остановить или прервать. Я наслаждался. И мне казалось, как будто я хочу провести в этом состоянии всю вечность. Мне так нравилось, что со мной происходит. Когда я задал Иисусу, что это, Он мне объяснил, что это откровение до времени, и я открою по времени, и даже тебе запрещено их знать, потому что ты не вместишь, твой разум, твой интеллект, твой дух не готов слышать эти вещи, и ты не можешь это учить, потому что это не для этого времени. И Он говорит, во время это откроется. После всех этих моментов я начал, мой дух просто начал кричать к Богу. Мне просто начало страшно стало интересно, что значит Вселенная, что значит галактики, что значит человек. Мне, по сути, был очень интересен мозг человека, разум, интеллект. И я начал просто забрасывать Иисуса этими вопросами. Иисус пытался остановить меня и обещал мне, что ответит на все мои вопросы. И Он повел меня в мой интеллект. Я видел, как рождаются мысли. Я понимал, почему Бог одних людей отвергает, потому что он видит, из чего состоит разум, из чего состоит интеллект, почему он Исава возненавидел, Иакова возлюбил. И мы с вами, я все это смотрю, и я понял, как Бог видит человека, как он не видит тебя, он не видит твои поступки, он знает, из чего ты состоишь, он знает, что может из тебя вытечь, что тебя не может вытечь. Он знает, что есть личности, которые настолько сами себя поставили в позицию, где ты наелся чего-то, такой грязи, с тебя не может ничего течь хорошего. И Бог всегда говорит, пожалуйста, приди ко мне, я вычищу тебя, я освобожу тебя.
И так после всех этих моментов были многие вещи. Он меня брал еще в некоторые места, о которых я удержу сейчас. Это было лично для меня. Но сейчас я продолжу. Итак, часть вторая. После этого очень странного для меня момента, когда я был в своем собственном интеллекте и наблюдал, как рождаются мысли, наблюдал, как Бог знает меня, Он знает мои составные. Ему не нужны мои мысли. Он знает все, что я хочу даже задать перед тем, как я сложу мою мысль. И меня это шокировало. Я упал на пол, и я просто рыдал и кричал: «Бог, ты знаешь больше обо мне, чем сам я. Я сам не знаю настолько себя, сколько Он знает меня». И это не просто слова. Я это знал. В тот момент я знал, что что бы я ни придумал и ни подумал, Бога удивить невозможно. Никогда ни с чем. Это несравнимо. Ты ни Бога никогда не удивишь ничем. После этого странного момента мой дух просто стал кричать к Нему: «Скажи мне, кто я, скажи мне, кто я, для чего я здесь, какова моя судьба и для чего я рожден». Мой дух не просто кричал, мой дух как будто кричал в его дух. Мой дух как будто хотел, он знал, что вот стоит Творец Вселенной, вот стоит Бог, который знает, и не было иного вопроса, который бы я хотел задать. И этот вопрос был единственный: открой мне, кто я, открой мою цель, открой мое ведение, открой, для чего ты, я знаю, что нет ничего бесцельно. И мой дух начал просто кричать в его дух: «Бог, покажи мне, кто я». В этот момент я увидел, как земля стала удаляться. Скорость была выше любой земной скорости. Мы стали подниматься вверх. И в один момент я и Иисус оказались над Вселенной. Я до сих пор не могу это объяснить, что это было и как это возможно, но мы находились вне времени. Дорогие мои, я был шокирован, что некоторые люди думают, что вот вы знаете, некоторые люди понимают, вот космос, да, и они думают, вот космос, Бог там обитает, вы не поняли, космос – это тоже творение Бога. Он обитает вне этого, в космосе. Все, что ты видишь, эти миллиарды световых лет, это не имеет значения. Вы должны понять, что Бог находится вне этого. У нас в понимании, как будто Бог находится где-то там, чуть повыше. Это вообще Бог, все это движется временем, контролируется временем. Он живет вне времени, Он живет над этим. И в один момент я был шокирован, мы начали удаляться. Это как будто что-то, как будто кто-то нажал кнопку «пуск», и меня как будто высосало из Вселенной. Эта скорость была настолько сильная, настолько нефизическая, что описать ее невозможно. И вот мы стоим над Вселенной. Это невозможно объяснить. Я видел Вселенную со стороны. Я видел все со стороны. Как видит это Бог? И уникально то, что я видел время. Я понял, как выглядит время. Я сейчас расскажу вам. Сверху я видел кольцо времени. Сверху я видел внизу, я видел кольцо времени. Вся Вселенная для меня была заключена в таком кольце света. И я моментально в духе понимал, что это прошлое, настоящее и будущее. Оно все замкнуто. И я видел, как Вселенная движется в определенной точке. И Бог меня вынял из этой точки времени. И уникально то, когда я сказал: «Бог, кто я?», Он меня вытянул со скоростью и с такой же самой скоростью начал вставлять меня в другую точку этого кольца. Понимаете меня? Я буду идти очень быстро, у меня нет времени. Поэтому, дорогие, если кто-то что-то не понимает, пожалуйста, возьмите диск в онлайне, все переслушать придется еще раз. Итак, со скоростью я был высосан. Я почувствовал, как будто меня высосало из Вселенной. Я видел ее в форме кольца. И я видел, как будто я вытянул был из определенного времени, из моего времени. Но я также видел, что Бог контролирует прошлое, настоящее и будущее. Для меня это было шокировано. Это даже люди, которые снимают фильмы, такого фильма сделать не могут. Потому что это было что-то совершенно сверхъестественное. И это не было физическое. Это было духовное видение. Дорогие, я видел кольцо времени, оно было внизу. Я видел Вселенную, подчиненную времени. И в этот момент я понял имя Бога, Альфа и Омега, начало и конец. Мы с вами только понимаем, что мы думаем, что мы понимаем. Но, дорогие мои, когда мы выйдем из этих тел и будем реально с Ним, только тогда мы можем понять, что значит Альфа и Омега. Альфа и Омега – это не начало и там будущее. Нет, и начало, и конец. Это начало и конец сразу, все. В Нем все закончено, все совершено. Он все знает. Он находится вне творения времени.
Это было, это меня шокировало. И там я просто все это время, когда Бог вел меня по этому видению, я поклонялся, я кричал, я рыдал, потому что эти вещи, они распирали и взрывали меня изнутри. Я такого не слышал, не видел, и ни в одной книге невозможно было это прочитать. Итак, я понял имя Бога, Альфа и Омега, начало и конец. Я был в пространстве вне времени, Иисус вынул меня из времени, я понял и ощутил на себе вечность. Это словами невозможно передать. Я понял, что у моей души есть начало, но у духа начала нет. Когда я стоял с ним вне времени, у меня было чувство, как будто я был, есть и буду всегда. Это невозможно объяснить. Мы, когда в теле, мы думаем, мы начались. Когда ты выйдешь из тела, у тебя начала нет. Ты одна субстанция с Богом. Бог есть Дух. Ты есть Дух. Это взорвало меня. И я стою, я смотрю на Иисуса, и я вижу, мы состоим из одной материи. Мы вечные, мы навсегда. Вот почему я говорю, тебе не стоит проводить вечность с падшим ангелом. Тебе стоит проводить вечность с твоим Творцом, по образу и подобию которого ты совершен, создан. О, Иисус! Я был в пространстве вне времени, и Иисус вынял меня из времени. Увидев все это сверху, мы с Иисусом стали с такой же скоростью возвращаться назад во время. Но в этот раз я был переставлен в этом кольце в будущее. Это не было видение. Стоп, я хочу сразу развеять все заблуждения. Ты видел себя со стороны? Нет. Я был в будущем. Я был в своем теле, и я делал функцию. Я понимал, что происходило раньше. Я понимал точно, что сейчас происходит. Это было полностью перенесение моей сущности во времени. У кого-то бошку взорвет, вот поэтому я здесь и нахожусь. Пусть срывает ее, и не беги за ней. Она тебе не нужна. Я был вне времени. И в этот момент я вижу, как будто меня втягивает опять назад в кольцо времени. Мой дух. Назад в кольцо времени. Но в этот раз я смотрю, я иду совершенно в другую сферу. Я иду в будущее. Числа даты были стерты от меня, но тогда я все знал. Я знал, что это был за день. Я знал, что это был за стадион. Я знал это здание. Я знал этих людей. Я знал все, что там происходило. И сейчас я опишу, что я видел. Я вам скажу сразу, 99% всего видения, переживания, которые прошли за несколько часов там в комнате, были стерты. Я вам рассказываю сейчас 1% того, что Иисус позволил мне оставить в моей голове. Все. Все остальное было стерто. Увидев все это сверху, мы с Иисусом стали с такой же скоростью возвращаться назад во время. Но в этот раз я был переставлен в этом кольце времени в будущее. Уникально то, что я был в своем будущем. Это не было видение, это по-настоящему. Я по-настоящему находился в другом периоде своего времени. И я не смотрел на себя со стороны. Я был самим собой и полностью отдавал отчет всему, что происходит. Я был внутри своего тела и действовал. И тогда во мне я понимал полностью, что происходит. Итак, вот что я увидел. Попытаюсь описать. Готовы? Пытаюсь описывать. Я стоял на огромной сцене. Сцена была высокая. Слева от меня стояла большая группа людей, плечом к плечу. Это была моя команда. Иисус, я знал их имена. Я знал всю их жизнь. Это были, я ощутил, ближе людей ко мне не было на этой земле. Это было, я когда смотрел на эту длинную шеренгу людей, сколько мог видеть глаз вот до конца вот сцены, сколько вышла, это я почувствовал такое родное, что такой родни не может быть роднее на земле. Я почувствовал духовную родственность, я почувствовал слияние одного призвания, я почувствовал, как одна армия, которая сейчас стоит для определенного предназначения, что-то великое совершит на этой земле. Я знал их, но у меня было забрано. Бог сказал, тебе нельзя ничего знать до времени. Стоп, слушайте.
стояла группа людей плечом к плечу, это была моя команда. Я кричал с такой властью и авторитетом, которого я не слышал. Впоследствии моя жена была в том же видении, но была через много лет. И когда она начала говорить мне, я говорю: слушай, а откуда ты это все знаешь? Я же тебе это не рассказывал. Она говорит: Иисус мне показал. Он говорит: я только была в том времени, я видел, я стояла сзади тебя, и я видела все, что ты делал и происходило. И она мне слово в слово отписала то, что я делал, и я никому это не рассказывал. До того, как Светлана была забрана во времени, и потом она взяла и расколола еще некоторые мои секреты. Но сейчас, я вам честно говорю, я просто поделюсь этим, и все. И когда Светлана тоже пришла, и потом она мне начала говорить, там было то-то и то-то, я говорю: да, было то-то и то-то, но было еще вот это. Она: вау. И, понимаешь, она некоторые вещи потом не договорила, но я-то знал, где она была. Итак, слушай. Я кричал с такой властью и авторитетом, которого я не слышал и не видел никогда на этой земле. Это шокировало даже самого меня, когда я это делал. В зале были тысячи, и стоял неимоверный духовный шум, напоминающий звук реактивного двигателя. В зале происходили чудеса и чудотворения, которые по сей день объяснить сложно. Знаете, когда вы слышали вот звук Боинга, который вот набирает скорость, вот он только должен... И когда он тут при взлете должен взлетать. Вот это было во много раз шумнее. Звук был примерно вот звук реактивного двигателя в зале. Он не исходил ниоткуда. Этот звук шел из духа. В этот момент, когда происходил вот этот реактивный звук реактивного двигателя и неимоверного шума, а происходили конкретные чудеса и знамения. Я сейчас опишу некоторые из них. Происходили сильнейшие вещи. Там была атмосфера, которую невозможно вместить. Смотри, в зале... Я наблюдал людей, объятых духовным, но видимым огнем. Они горели и не сгорали. Этим не руководил человек. Это было движение Духа Святого. В зале я наблюдал движение густого огненного облака, которое я видел. Зал был огромный, и где это облако останавливалось, загоралась группа людей видимым пламенем, духовным пламенем. Люди не сгорали, но происходило такие чудеса, которые я, наверное, понимаю, как примерно выглядели апостолы, когда говорили, на них были языки пламени. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не знаю, как там это выглядело, как описали апостолы, но я видел движение густого облака, и я видел это облако, как будто оно было живым и двигалось туда, где нужно исцеление, где притаскивали людей, которые были в серьезных проблемах, и это облако двигалось по залу, и происходили эти вещи. Где оно останавливалось, взрывалась слава Бога, и там начинался еще больше шум. Вещи происходили просто уникальные. И вот что я видел происходило, когда двигалось облако. По всему залу, где оно останавливалось, происходили сильнейшие вещи. Там была атмосфера, которую невозможно вместить, не то что объяснить. До этого церковь еще должна дорасти. Я рассказываю вам о далеком... я так скажу, я так хочу, чтобы это не было далекое будущее. Хочу, чтобы это скорое будущее было. Но церковь должна дорасти до этого. Церковь должна уплатить свою цену, поверьте. Я знаю, о чем я говорю. Где оно останавливалось, происходили сильнейшие вещи, там была атмосфера, которую невозможно вместить, не то что объяснить, у людей вырастали недостающие или ампутированные конечности. Я видел, как они вырастали, это не просто дорос палец или ноготь, вырастали руки. Да, люди вырастали в физическом возрасте, я имею в виду карлики, люди сгорбленные, реально хруст костей, реально на глазах вырастали люди до нормального возраста. И это было нормой в зале, когда я смотрел на зал, я видел, что никто в зале не удивляется, потому что я понял, что это есть нормальное служение. Это меня еще больше шокировало, потому что когда это происходило, люди были просто как бы, ну, как будто это атмосфера ежедневного движения. Как бы я удивился, что для меня тогда было тяжело принять в моем сознании, потому что я сейчас по сей день тяжело объяснить, но в зале как будто все были привыкли к этому и все привыкли к этой атмосфере. Они просто наслаждались. Кто-то орал, кто-то поклонялся. Атмосфера была полностью свободна. Слушай,
У людей вырастали недостающие или ампутированные конечности. Такие заболевания, как болезнь Дауна и шизофрения, которая не лечится, и исцеление практически минимально мы видели. Я видел меняющиеся на глазах лица Дауна, в которые люди, Бог восстанавливал разум. Он восстанавливал люди моментально из уродливых Даунов, карликов, превращались в красивых мужчин и женщин. И это было на глазах. И я был шокирован тем, что я видел. О, Иисус, дорогие, я жду это время. Я жду это время. Вот почему некоторые мне говорят, что ты имеешь в виду против этих церквей? Я говорю, церквей, не вздумайте это называть церковью. Это извращение и подделка сатаны. Когда ты увидишь церковь, ты будешь шокирован. Вот почему я не понят многими, потому что я видел что-то, что не вмещается в собственный мой разум. А лгать я не умею. О, я понимаю, шок серьезный, даже для меня. Но я вам скажу, я видел церковь Христа в действии. То, что ты видишь, это извращение. И реформация неминуема. Это Бога встретить не может. Церковь будет в огне, посвященная полностью, проданная до потрохов. Вот церковь Христа. И не надо мне говорить, ты гонишь на церкви. Ни на одну церковь я не гнал. Я гоню на дух извращения религиозного. Если кто-то узнал себя в этой теме, то не я тебя обличил, а признай то, что обличил тебя Дух Святой, потому что да я даже в лицо тебя не видел. Слушай внимательно. Мне тяжело это вмещать. Очень тяжело. Но я жду это время. И это время придет. Я наблюдал, как заболевания, болезнь Дауна, шизофрения и многие другие на глазах у всех изменялись лица. Люди вырастали. Также в этой атмосфере я наблюдал не просто воскрешение мертвых. Реально, ребята, вы даже не представляете, что я видел. Я видел воскрешение разложившихся недельной, двухнедельной давности трупы. Это невозможно было описать. Я видел, как возвращалось к жизни тело, которое было, которое воняло в мешке застегнутом. Я видел вещи, которые невозможно описать, и я понял, что слава последней церкви должна превысить то, что видели в начале. Я видел разложившиеся трупы. Там не то, что люди умерли, и вот два дня, там день, там часик, как человек умер. Они были разложившиеся. Это была вонь. И никто на них не возлагал руки, только они были занесены в атмосферу. Атмосфера просто преображала все и всех. Эти люди просто попадали в это облако славы. Я не видел никого служащим. Я видел, моя команда стояла, и они молились, как воины. Я орал что-то, что по сей день мне пока не разрешено знать. Какие-то вещи. Я видел, как у меня изо рта выходил физический огонь. Я не хочу об этом пока говорить. Есть некоторые вещи, которые как бы персонально я их, может быть, удержу, может, расскажу. Я видел физически выходящий огонь изо рта. Не только у меня, но и у тех, кто был рядом со мной. Я видел вещи, которые были нереально описать. Я понимаю, церковь сейчас в это входит. Я понимаю, там есть идиоты, которые сейчас будут что-то нарезать и ржать. С меня ржите. Смеется тот, кто смеется последний. А я верю во всемогущего Бога. А я верю, что Он может все это сделать. А я верю. А я верю. Верь во что хочешь. А я верю в Творца неба и земли. И что Он не только может создать что-то из ничего, Он может и восстановить то, что было изуродовано. Он Творец. И я верю. О, Иисус, я так люблю моего Бога. Он моя жизнь. Я видел воскрешение разложившихся трупов. После этого посещения моего будущего мы за Иисусом вернулись назад
в мое время и в мою комнату. Иисус, обняв меня, сказал мне, ты хочешь увидеть. Он не говорил, что. Я в этот момент абсолютно понял, что он имел в виду. В духовном мире вопросов нет. Ты хочешь увидеть мой дух. Смотри, все мое существо кричало «да». В этот раз я стоял на открытом пространстве. Это уже не было перенесение во времени, это было больше как видение. Я видел это видением. Я просто говорю, чтобы все было точно, чтобы потом никаких не было, где, что. Я четко говорю, как, что было. Это было больше как видение. И смотрите, что я говорю. В этот раз я стоял на открытом пространстве, и столько могли видеть мои глаза впереди, слева и справа. Я видел миллионы людей с поднятыми руками к Богу. И Иисус мне сказал, это твой урожай, ты повлияешь на их жизни, но только если согласишься сделать то, что я попрошу тебя. Когда я увидел это, людей, которые возвратились к жизни, там были не только покаявшиеся, там были восстановленные, воскрешенные, измененные, трансформировавшиеся судьбы. Я видел все, что только можно видеть, и я понимал, как будто в этот момент я чувствовал разговор их всех и благодарность их к Богу за то, что кто-то пошел и что-то сделал. И у меня и у тебя есть эта власть, ты слышишь меня? Власть менять этот мир. Власть говорить это слово. Власть превращать материю из невидимого в видимое. Мы должны просто знать, каким духом мы движимы. Я видел миллионы людей с поднятыми руками к Богу. Иисус сказал мне, это твой урожай. Ты повлияешь на их жизни. Возвратившись назад, Иисус задал мне вопрос. Слушайте внимательно. Сделаешь ли ты это для меня? Все внутри меня кричало, конечно, любимый, я сделаю все, что хочешь ради тебя. Иисус смотрел на меня и плакал. И я в этот момент, слушайте внимательно, когда Иисус плакал, когда он мне задал первый раз этот вопрос, ты это сделаешь для меня? И он смотрел на меня, и слезы текли с него по его щекам. Я говорю, да, Иисус, я сделаю. И в этот момент я почувствовал, что в его духе было что-то спрятано от меня. Я как будто все понимал, но до этого момента, в этот момент он плакал, и я понимал непонимание. В духе непонимания нет, если только Иисус что-то не хочет скрыть от тебя. Иисус плакал, и я чувствовал, что что-то не договаривается в разговоре. Слушайте. Иисус смотрел на меня, плакал и задал еще раз этот же вопрос. Ты сделаешь это для меня? И я плакал, даже я также кричал. Да, Иисус, я все сделаю для тебя. Иисус посмотрел на меня с великой печалью, и вот этого я не понимал. Для меня было закрыто это на тот момент. И сказал мне, сынок, перед тем, как ты ответишь мне в третий раз, я должен, он так и сказал, я должен повести тебя и показать тебе цену, которую ты должен будешь уплатить за этот урожай душ. Я почувствовал, как будто Иисус обязан показать мне не только сторону успеха, он обязан показать мне сторону цены. И я должен в своем сознании, зная и видя все, сказать да или нет. И Иисус меня ни в коем случае не наколол, показав мне что-то, на что я согласился, не зная на что. Я знаю, на что я подписался. Кто-то понимает меня? Слушайте дальше. Я должен повести тебя и показать тебе цену, которую ты должен будешь уплатить за этот урожай души. Затем Иисусом я был проведен через все самые страшные и отвратительные моменты моей жизни. Он как будто их ускорил, но я как будто их прожил. Вы должны понять, это объяснить сложно. Я был вне времени, и для меня казалось, как будто всего лишь Иисус показал мне 5-10 минут,
но как будто каждое из предательств, каждое из кидалов, отречения, вещи были страшные. Я видел смерти людей, которые выходили против некоторых. Я видел боль, и я видел потерю самых близких и лучших мне друзей. Я видел отвержение, отречение, раны, ночные слезы, пузырьки с таблетками, сердечные приступы. Я видел это все, но почему-то, как будто это было за 10 минут. Но когда я вернулся, я рыдал, я орал, я был в истерике. После этого видения я был в истерике. И Иисус прикоснулся ко мне. Естественно, я успокоился. Но тогда я понял, мне как будто в 10-минутную сжатую форму кто-то много лет моей жизни показал в ленте. И именно показал нехорошие моменты. Показал все самое отвратительное и больное в этом моменте. Вы знаете, наша жизнь состоит, она не состоит из боли только, она состоит из радости, из боли, просто из простых дней. Там как будто кто-то вырезал все самое хорошее и показал мне все самое плохое. И Бог специально, мне так понравилось, как Иисус это сделал. Он говорит: сынок, я настолько люблю тебя, что я хочу тебе показать всю картину реальности. Ты должен согласиться, ты должен увидеть, и на почве этого ты должен сделать решение. Слушайте. Я был поведен через самые страшные, отвратительные моменты моей жизни. Я видел предательство, смерть, боль, отверженность, падение, ошибки и многие другие моменты моей жизни, через которые мне нужно будет пройти. Когда мы опять оказались в моей комнате, мы с Иисусом очень сильно рыдали, просто плакали. Я чувствовал, как будто Он не просто смотрит на меня, как я мучаюсь, Он плакал вместе со мной. Мне так тяжело это объяснить. Мы были соединены в духе, и Он чувствовал сейчас страдания моего сердца, и чувствовал сейчас, что я должен на что-то подписаться, что очень часто не будет приносить мне радости, очень часто будет приносить мне боли и разочарования. Он как будто видел всю боль моего сердца и плакал вместе со мной. Плакал просто вместе со мной. Дорогие мои, вот такого Бога я увидел. Я увидел Бога, который обнимает тебя, который плачет вместе с тобой, который просто хочет помочь тебе. Он не стоял в стороне, он был полностью. Я был в его объятиях почти всю, весь этот экспириенс. Я был в его объятиях. Слушайте. Мы оказались в моей комнате, мы с Иисусом, мы вдвоем очень сильно плакали. И Иисус посмотрел на меня и сказал: теперь ты видел все. И я задам тебе третий раз этот вопрос. Ты вправе отказаться. И смотрите, что он сказал мне. Он говорит: ты вправе отказаться. Если ты откажешься, он говорит, я пойму. Моя любовь к тебе не будет меньше. Я буду любить тебя с той же силой. Я дам тебе прекрасную семью, жизнь. И мы будем вместе в вечности. Но он говорит, посмотрел на меня очень серьезно и говорит: но ты рожден для этого. Ты рожден для чего-то больше, чем то, что ты думал. И если ты не войдешь в свою судьбу, ты никогда не сможешь быть счастлив. Вы знаете, что такое быть счастливым? Это иногда не иметь денег. Это очень часто не иметь даже дома своего собственного. Быть счастливым – это знать, кто ты, и знать свое место. Счастье атаками не определяется. Счастье не определяется большими, крупными финансовыми сбережениями. Счастье определяется предназначением от Бога и точным пониманием, кем и для чего ты рожден. Вот что такое счастье. И в тот момент я понял, что значит счастье в глазах Бога. Я понял, все, что мы называем счастьем и радостью, это просто пустая игра с духом этого мира, который мы с собой никогда не заберем. А я хочу забрать с собой что-то, что будет пребывать после моей смерти в вечности. Я хочу забрать что-то с собой. Слушайте внимательно. Я буду любить тебя с той же силой, я дам тебе прекрасную семью. Мы будем вместе в вечности, но ты рожден для этого. И если ты не войдешь в свою судьбу, ты никогда не сможешь быть счастлив. Потому что над твоей головой всегда будет висеть мысль, что ты сделать должен что-то намного больше, чем то, что ты имеешь. Потом мне были показаны три варианта моей жизни. Я в какой-то проповеди говорил об этом. Мне показывали были, я очень бегло расскажу, потому что мое время заканчивается, а откровения есть очень серьезные. Первый вариант мне был показан, где я просто был спасен. Никакого результата, никакого плода. Я разочарован, я недоволен моей жизнью. Я был просто человеком,
Я был просто человеком. Не было настоящих друзей, не было настоящих врагов. Не было настоящих проигрышей, но не было настоящих побед. Не было ничего в моей жизни, что можно было... И я как будто увидел эту ленту. Эта лента была страшная. Я сказал: Господи, что угодно, только не первый вариант. Потому что первый вариант – это головня из огня. Я говорю: Господь, я не хочу так жить. Разве мне дана эта жизнь, чтобы вот так прожить? Мне дана эта жизнь, я вечный дух, и я буду носителем того ранга, который я здесь и получаю. Так дайте я здесь проживу по весь максимум, потому что эта жизнь не имеет значения вообще для меня здесь на земле. Но если я проживу для Бога, это и определит всю мою сущность там, живя с Ним на небе. Первый вариант меня испугал, даже меня кувыркнул. Я сказал: нет, нет, все внутри меня кричало: нет. Второй вариант был показан просто лентой перед моей головой. Я видел себя, я видел все, что происходило в моей жизни. Второй вариант, где я спасен, я рядом с Богом. Я нахожусь в обыкновенной церкви, которая практически ничего не делает и никуда не идет. Они просто хорошие христиане, как обычная церковь через дорогу. Ничего не происходит, десятинка тут, десятинка там. Вроде семья хорошая, вроде есть все. Да, я с Богом, лучше, чем первый вариант. Но внутри меня я видел себя постоянно закрытым в каком-то темном месте, в своем офисе. Я видел себя в машине, я видел на дороге. И я постоянно плакал, потому что я знал, что это не есть моя судьба. Это было что-то страшное, оно раздирало меня изнутри, потому что я знал, что что-то должно быть больше, чем просто вот эта церковь, просто вот эта простенькая семейка, просто вот эта жена, которая никуда не идет, дети, просто все нормально. Вы знаете, что меня испугало? Нормальное. Нормальное меня просто шокировало, потому что в этом нормальном, именно когда оно нормальное, там нет ничего, там нет никаких движений, подъемов, падений, там нет навыка, там нет опыта, там нет счастья, там нет боли, там ничего нет, там просто хорошо и все, там нормально. У меня прекрасная семья, я чем-то занят, у меня какие-то хобби, я просто увиделся каким-то занимающимся, какие-то хобби. Я не лидер, да, я не грешу. Я простая, заурядная, не имеющая крутых поворотов в жизни личность. И всякий раз, когда я оставался один, было страшное чувство неудовлетворения. Я знал, что это не та жизнь, которая предназначена Богом. Третий вариант, и это тот, о котором Иисус мне говорил, где я был чемпион, я был победитель. Я был полностью в Его воле, и я счастлив. Да, у меня много врагов, у меня серьезные раны, у меня серьезные были ошибки и серьезные подъемы. Да, я знал, что моя жизнь будет усеяна вещами, которые мне предстоит сделать. Мне предстоит потерять некоторых людей ради того, чтобы Царство Божье двигалось. Я видел и понимал все, но взвешивши все, я знал, что это именно тот вариант, для которого я рожден, и этот вариант Бог имеет только для меня. Это мой вариант. У тебя есть свой вариант, дорогие. У каждого из нас, поверьте, я не уникальная личность какая-то сама по себе. Нет, я такой же, как и ты. Просто у меня была возможность это сделать, а я молю Бога, чтобы у тебя была возможность сделать то же самое. Не ищите Бога точно так. Почему? Потому что я Его не искал. Он просто решил прийти. Ты начнешь повторять религию, ты никуда не придешь, ты в стену упрешься. Просто скажи Ему: Бог, как хочешь, открой мне. Я хочу знать. Любым путем, не ставь Ему правил. Он по правилам не работает. Он придет, когда хочет. В образе кого хочет, и скажет тебе то, что он хочет. По правилам Бог, по твоим не работает. Он делает то, что он хочет. Я видел третий, и я сказал: да. Цена была, бирка висела, ценник висел. Я так перефразирую своими словами. Ценник висел очень дорогой. Я видел все эти бессонные ночи. Я видел все, но я знал, что это стоит тех спасенных жизней. Это стоит одной вынятой из ада души. Это стоит. Иисус мне пообещал: я дам тебе сверхъестественный успех. И если кто-то этого не видит сейчас, вы это увидите. Слушайте внимательно, ровно через 5 лет вы увидите некоторые очень радикальные вещи. Я просто не буду говорить, что, просто ждите. Вы увидите, что будет происходить. Итак, перед тем, как Иисус задал мне вопрос в третий раз, я был перенесен в комнату плача. О ней я говорить сегодня не буду. О комнате плача я говорил в теме «Хочешь ли ты то, чего ты просишь?» Если кто-то хочет услышать, это часть откровения именно о комнате плача. Я вскользь скажу, что это было. Итак, если кто-то не слышал, это сильнейшее откровение, а именно комната плача или комната комфорта. Слушай. В которую мне дано было право приходить.
Это была темная комната, где он говорил о боли своего сердца и просил меня обнять его. Для меня это было шоком. Для меня это было шоком. Он просил меня обнять его. У него есть ангелы, у него есть кто хочешь. Нет, он хотел, чтобы его обнял его сын и его дочь. И я сказал: Господь, разве нет людей? И он меня шокировал сильнейшим откровением. Если бы ты знал, как мало людей, которые хотят быть со мной в моей боли. Люди даже не знают об этом. Люди даже не понимают, что этот мир постоянно причиняет Иисусу боль. Скажите мне, вам говорили что-то очень больное и отвратительное? Говорили. Скажите, иногда после этого целый день нужен, два, иногда неделя, чтобы только восстановиться. Потому что, когда тебе хотят причинить боль, люди причиняют боль близкие. И они знают, где тебя поддеть, где сама болит. Иисус говорит: сынок, ты даже не знаешь, как много я переживаю боли на себе. Я был шокирован, что он не блокирует свою боль, он ее принимает. Он может, я видел его, он может сделать все, он может закрыть эту боль, он может убрать эту комнату, но нет. Почему-то Иисус забрал меня внутрь своего сердца и показал, там внутри есть очаг, где он хочет проводить со своими детьми. И он не только я пел ему песни, мы обнимали друг друга, мы плакали вместе. И там были некоторые вещи, которые как бы я удержусь. Но я, дорогие, скажу так, это был такой интим, который в физических телах пережить невозможно. Это был дух, слияние духа. Духом. Человеческий разум все принимает в извращенной форме. Мы пропитаны духом этого мира, мы не понимаем, что значит чистая любовь. Ты вообще понимаешь, что такое чистая любовь? Термин, в которой нет ничего плотского, ничего нечистого. Там есть полное понимание боли и сердца. И это все, что ты делаешь. И он сказал: не только приходи сюда, чтобы сделать мне хорошо. Он говорит: когда тебе будет плохо, приходи сюда тоже. Я буду помогать тебе восстанавливаться. О, комната плача. Я там частенько бываю. Ты думаешь, чтобы радоваться жизни, двигаться? Дорогие мои, вы думаете, мне не причиняют боль? Бог мой, зайдите на интернет, наберите мою фамилию и посмотрите, сколько сайтов обливают меня грязью, моего Бога и мои откровения. Посмотрите. Любой из вас это может сделать. И это причиняет боль ему, а он живет во мне, и я плачу вместе с ним. Потому что люди не понимают, о чем они даже говорят. Слушай. Я понимал всю глубину его боли в этой комнате, которую причиняли ему его дети и люди вокруг, которых он продолжал любить. Там я готов был разорваться от слез и умереть вместе с ним. Я переживал свои чувства и эмоции так, как я не переживал никогда в своем физическом теле, потому что это было вне моего тела, это было в духе. Он дал мне увидеть его сердце, его страдания за этот мир, его страстную любовь к человеку. Это все он сделал, чтобы я понял его сердце. Когда мы вернулись с этой комнаты назад ко мне домой, Иисус задал мне вопрос в третий раз. И это был очень серьезный вопрос. «Сынок, ты сделаешь это для меня?» Я рыдал, кричал и плакал от боли. Но я понимал, зная всю информацию, которую только что Иисус дал мне, информацию спасенных душ и информацию моей цены, иного пути быть не может. Я увидел Его совершенную волю для меня и знал, что иного пути для меня быть не может. Я не только был готов исполнить Его волю, я готов был отдать свою жизнь прямо там, за Него. Я прокричал: «Конечно, любимый, я сделаю все, что ты скажешь». Это напоминало духовную вычислительную машину, в которую вложили все данные, и она выдала самый наилучший вариант моей судьбы. Я не могу объяснить, как это произошло. Я увидел, как будто
Я увидел в духе как будто вычислительную машину, в которую кинули мой навык, моих родителей, мое ДНК. Вкинули предназначение, Божью волю, и вышел вариант, который Бог мне показал. И он говорит, только в этом варианте ты сможешь быть счастлив. Только в этом варианте, да, плача, истекая кровью, крича, иногда выпивая таблетки от сердца, ты будешь счастлив. Это звучит странно, но это истина. Потому что есть что-то, что делает тебя счастливым. Некоторые люди говорят, ты боишься смерти. Дорогие, вы даже не представляете, что когда ты проходишь через эти вещи, это звучит странно, но ты ждешь смерти. Это звучит странно, но ты хочешь быстрее прожить эту жизнь, чтобы вернуться в его славу, туда, где ты был. Это будет очень странно, но все познается в сравнении. Для тебя пока это кажется жизнь, пока ты не встретился с высочайшей жизнью. Некоторые не понимают, и они расценивают вот это жизнью. Я вам рассказываю, еще раз говорю, это кукольный спектакль, это игра. Игра закончится, и начинается настоящая жизнь, но только не здесь. И здесь есть правила, здесь есть наказание, здесь есть вознаграждение. И я тебе скажу, ты так серьезно относишься к этой жизни? Мне смешно. Ты копишь эти деньги, это игра, монополия. Видел доску? И некоторые так серьезно выглядят, играя в нее. А Иисус говорит, да посмотрите на птиц моих. Да не копите эту дрянь на этой земле. Вы выше, вы больше, вы дети мои. Вы рождены быть со мной, а не в этой грязи. Вы рождены для меня, мной, чтобы быть со мной. Не вздумай подумать, что это твоя жизнь. Никогда. Это пшик, пыль. Как псалмопевец описывает, приходящий на малое время. И нет его. И нет его. Иисус обнял меня. И мы не просто плакали, мы рыдали. И это уже были слезы радости. Мы оба знали, что массы жизней будут изменены и повернуты назад к Отцу. Мы рыдали не от боли теперь, а из-за того, что он увидел, что есть кто-то, кто продаст ему свою жизнь. Вот почему я тебе говорю, отдай ему всю свою жизнь. Бог ищет, он не делает личностей по сердцу своему, он ищет, он стучится. Будешь со мной, будешь со мной, хочешь со мной быть. Но мы так заняты. Нам же нужно столько дел сделать в этой игре. Мы плакали, это были слезы радости. Мы оба знали, что массы жизни будут изменены и повернуты к Отцу. Передо мной стоял не просто Бог, а стоял доступный, понимающий, любящий меня Спаситель. Он посмотрел в мои глаза и сказал мне, «Сынок, я настолько люблю тебя, что я это сделаю для тебя». И я лишу тебя возможности отступить от меня, и меня это вышибло. Я говорю, что? Он говорит, ты будешь проходить через такие сложные моменты жизни, что физически, без поможения духовного мира, ты это не сможешь пройти. И я лишаю. Он смотрел на меня и говорит, именно потому что, зная все и согласившись на эту судьбу, ты принял это на себя, и я лишаю тебя возможности отступить от меня навсегда. Ты всегда будешь ходить в огне. Прошло 18 лет, и я в огне каждый день. Ни одного отступления. Горок нет. Есть только плавный подъем. Не без боли, не без потерь, не без предательств, но спасенных душ с каждым годом больше и больше и больше. И я знаю, что он показал мне там. Я знаю. Я знаю.
Я лишу тебя возможности отступить от меня. Ты будешь ходить в огне каждый день. Я выйду против всех, кто выйдет против тебя. Я цитирую, я не шучу. Я решил вам рассказать правду. Я выйду против всех. Команда, вы задавали вопрос, что происходит с теми, кто от нас отступил и обливает нас грязью? Задавали вопрос? Вы видите их судьбы? Плачевные судьбы, церковь. Плачевные судьбы. Я так скажу. Хочешь уйти? Не вздумай коснуться мое имя. Ты не знаешь, кто я. Встал и вышел. Тихо и спокойно. Ты не знаешь, кто я. Не вздумай коснуться. Потому что Бог охраняет не меня. Он охраняет то, что Он положил на меня. А это Его святость и Его волю. Будь очень осторожен, что ты говоришь обо мне. Потому что если я не от Бога, мой крах неминуем. Но если я от Бога, твой крах неминуем. Лучше закрыть рот и сказать, ничего не буду говорить, чем коснуться того, чего ты не знаешь, и потом полжизни выгребаться и каяться, и не понимать, откуда это пришло. Я цитирую то, что говорил Иисус. Я охраню и защищу тебя, когда тебе будет невыносимо тяжело. Приходи ко мне в комнату плача, в комнату комфорта, и я исцелю тебя. Когда Иисусу я сказал «да», с моего разума были стерты, и это было, как будто кто-то сейчас всю информацию, которую показал мне, начал просто естественным путем. Я ее как будто не отдавал, но как будто кто-то, как будто стирал хард-драйв. И я начал обижаться на Бога, я начал кричать, почему ты забираешь у меня все это знание, эти люди, даты, лица, моменты, ситуации, города, места, числа. Все начало стираться с моей головы. Как только я сказал Иисусу «да», Он сказал мне вот эти вещи, и оно все начало стираться мгновенно. Вот почему я вам ничего не могу рассказать, только могу рассказать вот эти маленькие моменты. Потому что все было стерто. С моего разума были стерты даты, имена людей, ситуации, чувства. Я просил Иисуса оставить это, но Он сказал, это не, Он не может это сделать, потому что эта информация повредит мне. И Он был очень серьезен. Он смотрел на меня и говорит, «Сын, я не могу оставить эту информацию, она повредит тебе». И я сдался, я сказал, «Хорошо, Иисус, ты знаешь, кто я». И все было стерто. Он сказал, что не может, потому что информация повредит мне, и что он это сделал только для одной единственной причины, чтобы я перед тем, как сказал ему «да», имел полную и ясную картину того, через что мне нужно будет пройти. Затем настал самый страшный момент в моей жизни. Слушайте меня внимательно. И вот это я не ожидал никогда, что будет со мной. Это было что-то, что невозможно было описать. Это был момент практически моей физической смерти. Настал самый страшный момент в моей жизни, и Иисус стал прощаться со мной. Он сказал мне, что пробуждение, за которое я молился именно в начале этой молитвы и постился, Он забирает, потому что это не мое время и не мое место. Это было сделано, чтобы явить Его силу и привлечь меня к себе. Уникально то, что я даже не заметил, слушайте меня внимательно, что мой дух на протяжении всего этого дня стал срастаться с его духом, и что незаметно мы превращались в одну субстанцию. Слушайте внимательно, это было одно из самых мощных откровений всего этого экспириенса. Потому что когда Иисус стал прощаться, когда Он был со мной, для меня казалось все нормально. Как только Он начал удаляться, я начал переживать боль, которую невозможно по шкале боли оценить. Меня разрывали на две части, и я не понимал, что со мной происходит. Я наблюдал за этим процессом в шоке и в ужасной боли. Смотрите, что происходило.
Я стал срастаться с Его Духом, и что незаметно, мы становились одним целым. И я понимал Его так, как не понимал самого себя. Также Он понимал меня так, как никто в этом мире. И я начал срастаться с этой любовью. Мы становились одной субстанцией. В процессе этого времени я незаметно для себя самого стал преображаться в один дух с Ним. И я тогда понял, что Бог имел в виду, и вы будете во мне, и я буду в вас. Мы станем одним духом, когда ты встретишься с Ним. Вот почему многие люди, посетив Его, ни за что не хотят возвращаться назад на землю. Зная, что у них дети, мужья или жены, друзья, они кричат, делая все возможное. Я тогда понял, почему человек не хочет возвращаться назад в эту монополию, в эту дешевую игру. Я понял. Слушай, мы стали преображаться в один дух с Ним. Когда Иисус стал отдаляться, я начал ощущать смертельную боль. Я не понимал, что со мной происходит. Я чувствовал, как будто я умираю. Я реально чувствовал, как будто из меня выходит жизнь. Я перестал ощущать, где заканчивается дух Иисуса, а где начинается мой. Этот разрыв духа был настолько смертельно болен, что мой и его дух был слит в одно целое. Я понимал, еще совсем чуть-чуть, еще буквально полчаса, и меня с Иисусом разорвать было невозможно. Я бы просто физически умер. Я не могу вам это объяснить. Я не могу, потому что мое тело отдыхало. Я чувствовал, что мы становимся одним целым. И когда он сказал: «Сын, мне пора уходить», и он начал медленно удаляться, я чувствовал смертельный разрыв. Я чувствовал, как будто уходит самое родное в моей жизни. Я готов был сделать все, что угодно, чтобы этого не произошло. Это как будто наставал конец моей судьбы, конец моей физической жизни. Я кричал: «Нет, нет». Мой дух пытался схватиться за него, но это было неминуемо. Мне нужно было делать то, для чего Бог родил меня. Когда Иисус стал отдаляться, я начал ощущать смертельную боль. Я не понимал, что со мной происходит. Я чувствовал, как будто я умираю. Я перестал ощущать, где заканчивается дух Иисуса, а где начинается мой. Этот разрыв духа был смертельно болен. Мой и его дух был слит воедино. Я понимал, что если совсем чуть-чуть Иисус, если бы он задержался, я бы полностью соединился с ним, и разрыв был бы смертельный. Мой дух не хотел отпускать его. Он всеми силами держался за него, но Иисусу нужно было уходить, а мне готовиться к призванию и служению. Когда после этого я пришел в себя, я был абсолютно другой личностью, и я в начале проповеди это сказал. Я не узнавал себя. Я чувствовал, что был изменен на молекулярном уровне, на уровне ДНК. Меня заняло время, чтобы привыкнуть к самому себе. Я понял, что у меня привычки другие, теперь у меня рефлексы другие, с меня, знаете, стали выскакивать слова другие. Я как будто изучал самого себя заново. Вот ты сейчас сидишь, ты тяжело это представить, потому что ты привык к себе, ты есть ты. А когда ты возвращаешься в свое тело, и ты уже не ты. Это объяснить, попробуй объяснить. Так кто же это был? Только что вернулся кто-то, кто был с Иисусом несколько часов, и ты никогда не останешься тем же самым. Мое тело было в шоке. Слушай. Меня заняло время, чтобы привыкнуть к себе, потому что то, что я хотел, желал и мечтал, исчезло полностью. И вместо этого появилась абсолютно другая субстанция с другими желаниями, мечтами. Это было чувство, которое большинству людей неизвестно, и объяснить его невозможно. Когда Иисус ушел, я в буквальном смысле слова перестал жить. Я бросил работу, перестал есть, принимать душ, оставил всех друзей и закрылся в своей комнате и ждал его. Я знал, что он не придет. Я просто хотел умереть и быть с ним. Это странно звучит, но это было так. Я хотел быть с ним навсегда.
У меня заняло целый месяц, чтобы привести себя в порядок, чтобы только побриться, принять душ, чтобы только вернуться к жизни, потому что я не хотел есть, я не хотел ничего. Я просто лежал в моей темной комнате и целый месяц просто умирал, потому что я не хотел вот эту реальность. И я не хотел этот кукольный спектакль. Все это было фейк, все это была подделка. И все, что люди называют реальностью, это религиозная дрянь, это мусор духа этого мира. Я не мог понять, что со мной произошло. Я не захотел жить. Все, что я любил, я ненавидел. Все, что я ненавидел, я полюбил. Все, что я не хотел, и меня занимало время, чтобы быть с Богом. Теперь я только с Богом и был, и больше ничего не хотел. Я не разрывался с Ним ни днем, ни ночью. Я просто умирал в моей комнате целый месяц. У меня заняло целый месяц, чтобы привести себя в порядок. И заняло 6 месяцев, чтобы исцелиться от душевной и духовной раны. О, как вспоминаю это время, Бог мой. Моя мечта была и остается, чтобы каждый, кто называет себя сыном или дочерью Бога, встретились с Ним лично. И тогда тебе не нужен будет человек, посредник. Ты будешь знать Его лично. Ты переживешь боль Его сердца. Ты познаешь Его радость, и никто не сможет ввести тебя в заблуждение, потому что ты познал Его. Церковь – это моя мечта. Люди говорят, что кто-то там Шаповалов к себе кого-то привлекает, что-то там он какую-то секту. Там мне вообще, мне не нужно никто, никого. Вы до сих пор не поняли, что я имею в виду? Моя мечта, и я живу на этой земле только с одной единственной целью, чтобы люди узнали Его лично. Чтобы они сбросили всех помазанников когда-то в своей жизни и сказали: «Я тебя хочу!» И этот голод вошел настолько в твои кости, что Бог увидел это, и Он пришел к тебе, и Он понял, что сын действительно больше ничего не будет видеть и знать, кроме меня самого. Итак, я закончил. Некоторые моменты были удержаны мною до определенного времени, а некоторые секреты были скрыты от меня самого. И в процессе того, как Иисус мне позволит это сделать, церковь, я с удовольствием поделюсь с вами. Но пока все. Воздайте славу Богу. Я даже сверхъестественно вложился. Почти. Давайте мы поднимемся. Запомни то, что я тебе сейчас скажу. Я тебе не нужен. Я тебе не нужен. Тебе не нужен никакой пастор и помазанник. Время этого заканчивается. Бог хочет знать тебя лично. Бог хочет знать твое сердце. И хочет знать, и хочет, чтобы ты знал Его. Он устал от посредников, которые так и нарываются стать между тобой и Богом. Я тебе говорю, сдвинь даже меня, сдвинь все, что ты считаешь помазанным, и иди к источнику помазания. Я тебе не нужен. Я такой же, как и ты. Ничем не отличающийся от тебя. Просто я решил продаться полностью. И если ты это сделаешь, ты будешь шокирован, что будет происходить с тобой. Перестань надеяться на человека. Человек — это трава. Ищи его. Ищи его. Когда вернешься домой, ищи его. Проси его прийти к тебе. Проси его ворваться в твою жизнь. Проси его реформировать все твое мышление. Потому что все, что ты знаешь о церкви, должно быть стерто. О, если мне хотелось бы взять всех вас с собой и показать вам не как выглядит церковь, а пережить дух движения. Слава!
той, которой Иисус сказал, и врата ада не устоят. О, аллилуйя! Аллилуйя! Закрой глаза. Буквально одна минута. Попроси Его, чтобы все идолы, люди, личности были свергнуты с трона твоего сердца. Какой бы это любимый пастор ни был, долой с трона! На троне Бог, на троне Он, на троне Отец и Сын, проливший кровь за тебя, и Дух Святой, любящий тебя настолько, что при всех твоих проблемах Он остается рядом с тобой. О, как я люблю моего любимого! Моя мечта, чтобы все познали Его, встретились с Ним, узнали Его, пережили сердце Его. Он живой, Он настоящий, Он любящий. И я благодарю Тебя, Господь! Церковь, знаете что? Выйдите сюда голодные. Выйдите сюда голодные. И молитесь сейчас за то, чтобы в эту нацию, в наше поколение пришел голод, который сведет его славу. Буквально несколько минут задержись. Проси Его коснуться этой земли, коснуться этого поколения. Мы ничего не можем без Него. Мы ничего не можем без Него, церковь. Проси Его ворваться в твою жизнь. О, аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Господь! Аллилуйя!
поймешь. Ты все поймешь. Ты все узнаешь. Сейчас просто доверься. Счастлив, что мог с вами поделиться этим небольшим опытом, который Иисус подарил мне. Теперь вы знаете, откуда взялся Шабава. Теперь вы точно знаете, откуда он взялся. Вот оттуда, с той комнаты, лежа при смерти, не желая жить в этом мире, и родился вот этот человек. Меня не родила личность, меня не родил никакой проповедник, никакой пастор.